Еще новость, связанная с саммитом. Папа Римский направил послание Владимиру Путину как руководителю страны-хозяйки встречи. Понтифик просит президента передать мировым лидерам его обращение с призывом преодолеть разногласия и отказаться от напрасного стремления найти военное решение сирийского вопроса. Вместо этого целенаправленно искать способ мирного урегулирования путем диалога между странами. Пока же Белый дом проталкивает через Конгресс военный план. Его поддержал профильный комитет Сената. 10 голосов за, 7 против, 1 воздержался. Законодатели колеблются. Больше половины американцев против войны. Беспокоят расходы. По разным подсчетам, десятки или даже сотни миллионов долларов. Правда, госсекретарь Керри обмолвился, что часть суммы обещает покрыть арабские страны. Но на каких условиях они готовы спонсировать американскую войну, не уточнил. Обсудить с коллегами из США сирийскую проблему готовы члены Российского Совета Федерации. Ряд конгрессменов, в том числе лидеры сенатского большинства, уже выразили заинтересованность в такой встрече.